Первое место занимает фильм под названием «Заклятие». Удивительно, но фильм основан на реальных событиях. Второе место топа. «Астрал», глава 2, входит в список самых страшных мистических триллеров неспроста. Фильм действительно пугающий и запутанный. На третьем месте. Триллер «13 грехов» вышел в 2015 году и заслуживает внимания. Четвертое место. «Телекинез» — еще один из самых страшных и интересных фильмов мира. Последнюю строчку топа остается за «Избавь нас от лукавого».